Здравствуйте, в эфире программа «Подробности». Подробно о том, что ожидается в Рязани 8 и 9 мая, в день, когда наш город, равно как и вся страна, будет отмечать великий праздник, День Победы, 69-ю годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Вместе с нами в студии заместитель главы администрации Рязани Лариса Крахалева. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Добрый день, Евгений Владимирович. И, собственно говоря, первый и, наверное, единственный главный вопрос – каково программа этих праздничных дней в городе, что городские власти приготовили в этот день для горожан? Ну, план проведения праздничных дней, конечно, очень насыщенный, большой. В целом более 50 мероприятий по городу пройдет, больших и малых, в микрорайонах города, общественные организации, ТОСы проводят. Но, наверное, мы остановимся на самых больших глобальных мероприятиях. 8-го в 10 часов на Скорбященском мемориальном комплексе состоится возложение цветов и гирлянды славы. Там же прозвучат страницы книги памяти о рязанцах, участниках Великой Отечественной войны, и пройдет митинг. Ну и самые главные праздники, праздничные мероприятия – это 9 число. В 10 часов на площади Победы состоится возложение цветов, ветераны, правительство, администрация города, дума областная, городская, депутаты примут в этом участие. Затем в 10.10 на площади, в 10.15 на площади Победы состоится прохождение Рязанского гарнизона. Затем пройдут кадетские классы. После этого впервые в городе проводится парад победителей. Эта акция стартовала еще в апреле. На сегодняшний день на сайте парад победителей, парад 62.ru зарегистрировалось более 11 тысяч человек, разместили информацию о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. И приглашаются все желающие принять участие в этом параде с портретами, фотографиями своих родных и близких. То есть, насколько я понимаю, обычные рязанцы в день 9 мая могут с фотографиями своих родных и близких участников Великой Отечественной войны пройти по центральным улицам города. По центральным улицам города, от площади Победы до площади Ленина, где, в общем-то, и состоится парад победителей. Вот вы сейчас назвали цифру, 11 тысяч человек уже зарегистрировалось. Это просто колоссальная цифра. Конечно. Это желающих разместить информацию. Помимо этого, по результатам обработки этой информации создаются ролики, и эти видеоролики будут транслироваться на экранах города, во всех торгово-развлекательных центрах. Фотографии участников войны будут постоянно перед глазами жителей показываться, для того, чтобы люди видели лица победителей. Праздник-то действительно великий, он всенародный, и, наверное, нет ни одной... Во-первых, не было бы страны нашей, если бы не было этого праздника, конечно. И поэтому самый, я считаю, грандиозный, великий праздник года. Но парад победителей пройдет. Помимо этого, в шествии примут участие общественные военные организации, политические партии. И затем на площади Ленина начнется смотр строя и песни. Гарнизон пройдет, покажет свои умения. 12 военных коробок пройдут. Это очень много. На сегодняшний день грандиозное просто шествие. Сегодня в 9 вечера репетиция у нас ночная проходит. Будем тренироваться, готовиться к параду. Ну, а затем на площади Ленина развернется праздник «Здравствуй, мир», на который приглашаем всех желающих. Очень много коллективов, более 2000 артистов городского уровня примет участие в организации этого праздника. Будем петь песни Победы, танцевать танцы военных лет. 23 пары ветеранов примут участие. Очень красивое мероприятие, массовое. Кашу солдатскую есть будем, чай будем пить. Так что всех рязанцев мы приглашаем сюда. Я должен сказать, что наша телекомпания проведет впервые за последние несколько лет прямую трансляцию с площади Ленина. Мы покажем в прямом эфире
праздник песни в солдатском строю и праздник «Здравствуй, мир». Так что, если кто-то по каким-то причинам не сможет в этот день быть на площади Ленина, можно все увидеть в эфире телеканала «Городской». С 10.40 мы начинаем работать в прямом эфире. Это тоже инновация. Первый раз. Это очень приятно, что люди смогут, те, кто не сможет пойти, смогут дома, пожилые люди дома, увидеть трансляцию всего праздника и всего мероприятия большого. В 14 часов начнется, в 14, в 16, 18 проходит тоже впервые в городе акция «Маршрут Победы». 10-й троллейбус на площади Свободы стартует, отправляется. Первый рейс – это ветераны Великой Отечественной войны поедут, дети потом поедут, разные группы населения по маршруту 10-го троллейбуса, и экскурсоводы-профессионалы, историки, ученые будут проводить экскурсию, рассказывать о том, как различные места города Рязани, каким образом связаны с памятью военных лет. Это очень интересное мероприятие, и я думаю, оно интересно. Интересно, как для старшего поколения, а для молодых особенно, и впервые проводится в городе. В 14 часов зовем всю молодежь, в основном вообще всех желающих, но и молодых в первую очередь, на фестиваль «Мы помним песни Победы» в городском парке на улице Ленина. Будут различные коллективы молодежные принимать участие и петь песни Победы. Это «Матроскин бренд», «Кактус», «Свадьба Малиновки», «Ноги мира», «Парнас», «Радуга», «Не факт» и другие. Самых разных направлений, да, что называется, да. От тех, кто поет шансоны, до тех, кто поет рок. И мы приглашаем молодежь петь песни Победы, потому что эти песни – это тоже дань уважения и дань памяти тем, кто ковал эту победу. В 15 часов в филармонии начнется концерт Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Евгения Попова. Традиционная программа хора будет. В 20 часов концерт «Победный май», большой концерт на площади Победы. Мы тоже приглашаем всех желающих. Будут исполняться лучшими артистами города песни военных лет. И я думаю, что главным исполнителем будут рязанцы. Я очень на это надеюсь. И в 22 часа салют праздничный. Лариса Анатольевна, я благодарю вас за то, что так подробно нам рассказали программу предстоящих торжеств 8-9 мая. В Рязани действительно будет интересно, ново и празднично. Желаю вам хорошей погоды, чтобы погода в эти дни не подвела. Мы очень надеемся. Заказали. Погоду мы заказали. Ну что ж, итак, Лариса Крахалева, заместитель главы администрации Рязани, в программе «Подробности», подробно о том, какие торжества ожидаются в городе в честь Дня Великой Победы. Если позволите, еще раз поздравлю всех горожан, ветеранов, молодых, взрослых, всех горожан поздравляю с праздником 9 мая. Всем, конечно, нам памяти, ветеранам оптимизма, участия в воспитании молодого поколения, потому что это участие просто неоценимо. И всем нам помнить, что победа дается большим трудом. Поэтому всех ждем на праздник. Всем хорошего-хорошего настроения. Мирного неба. Всегда мирного неба над головой. Благодарю вас, Лариса Анатольевна. Спасибо. Спасибо. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное отопление, подземная парковка. Подробности по телефону 355-00.